Соперничество в первенстве Сибирского федерального округа по художественной гимнастике. На Омском ковре состязаются 208 спортсменок из 11 регионов. Острый спор за медали идет во всех видах программы. В этом году соревнования проходят по новым, более строгим правилам. Жесткие требования предъявляются и к спортсменкам, и к судьям. Нельзя терять. Нельзя терять, надо все ловить, нельзя падать с элементов. То есть, если раньше, например, потеря маленькая стоила 0,3, то теперь 0,5. Чуть-чуть побольше, это целый балл сразу гимнастка теряет. И, то есть, оценка меняется очень сильно. Лучшую гимнастку в турнире перворазрядниц определили по дополнительным показателям. Две спортсменки, кемеровчанка Софья Гайдук и амичка Майя Колобовникова, набрали равную сумму баллов. По отдельным нюансам победу присудили гимнастки из Кемерово. Две омские спортсменки, Майя Колобовникова и Елизавета Крастина, выиграли призовые награды соревнования. Соревнования прошли очень интересно, и у меня очень хорошо получились обручи булавы. В булавах я выловила все, что можно, а в обруче я сделала все чисто, и у меня была высокая и достойная оценка. В скакалке у меня была оценка чуть-чуть пониже, но я все равно довольна своими выступлениями. Триумф амичек в трех основных видах программы. Спортсменки Центра олимпийской подготовки победили в соревновании мастеров, кандидатов в мастера и групповых упражнениях. Все отличившиеся гимнастки выступят на первенстве России, которое пройдет с 30 января по 5 февраля в Казани.